Каю. Зона. Чуть-чуть. Ну, небольшая вот основание. Вот там вот. Слушай, совсем небольшой рычачок, выгибается. Она, видишь, куда-то просто ныряет. Ну, вот так вот выглядит рамка. Да, да. Нет, стыковая сварка, но уже аккуратнее гораздо, блин, да, чем мы. По крайней мере, она ровная такая, не прогнутая. Но это настройка, это вопрос настройки. Хотя она, видишь, просветы имеет, ну, если посмотреть напрямую, то есть она как бы недоварена немножко. Но... Они, видимо, забивают, как мы говорили. Ну, вот он шлифует и там... Маленькие завод, маленькие станочки господина Лида. Ну да, вот они. Вот они делают небольшие профилечки. Сразу стоит отрезная машина, которая рубит. Да? Ну, обычно достаточно простые. Но много их маленьких машинок стоит. Разные. Вот. До конца. Боковинка. Я сейчас представляю. Да.